Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ну что, вербуем Дакина. Так, злодей, мир, мутанты, сдерживатель, наемник за деньги. Вербуем, всего за 1000. Сынок Росомахи собственной персоной. Блин, мне бы, конечно, бы 3 звездочки не помешало бы. Ну что, ребята, наносит основной цели 50% урона и атакует еще 2 ближайшие цели, нанося 50% урона. Дополнительные цели могут находиться в состоянии скрытности. Эту атаку нельзя заблокировать. Окей. Так, некуда бежать, негде спрятаться. Наносит основной цели 120% проникающего урона, атакует еще 4 ближайших цели, нанося 120% проникающего урона. Дополнительные цели могут находиться в состоянии скрытности. То есть все равно он их будет доставать. Ну, крутой, крутой. Так, сколько у меня денег? 532 тысячи, мало. Так, сразу, наверное, я сделаю что? У нас налет. Подожди, а мне нужно в налет наемников. Так, подожди, тут еще награда. По событию у меня что там получается? Так, это все сделано. Золотой куш. Мистический наемник. О, цель отмечена X. Показательное событие отряда Альфа. Когда будет доступно? Через 2 дня. То есть через 3 суток. Так, начнется через 23 часа. Подожди, а в данный момент у меня какое событие-то идет? Этапы. Так, одиночно сражайтесь Нет, это не то. Вот. Отправляйте в налеты наемников за деньги и получайте огромные суммы золота. В налеты, значит, да? Так, открываем. И выбираем наемников за деньги. Ну, кто у нас там наемники? Идет Дэдпул. Кто еще? Дэдпул. Блин, и все, из головы вылетело. Ну, проще сделать как? Проще сделать так, ребята. Выбираем здесь наемников за деньги. По найму это не то. По найму нам не нужны. Ну, я же не мог промотать. Мог. Где-то промотал, ребята. Наемники за деньги. Так, Чудо-мамы, Мстители, Братство, Ваканды. Так, герой по найму. Нет, это не то. По найму это не то. Вот, наемники за деньги. Пу-пу-пу-пум. Смерть пул. Да подожди ты. Так, смерть пул возьмем и... Ну, Дакин, ну... Пускай будет Дакин. 730. Как думаешь, справимся с ними? Ну, с этими, наверное, справимся. Надеюсь, справимся. Ну, понятно, Дакин... Отдуплился сразу же, причем. Но так, нам надо будет. Ну-ка, ну-ка. Да, работает, ребят. 100 тысяч, 100 тысяч. Потом идет по 150. Ну, можно, в принципе, немножко денег тут подзаработать. Так, давай испытания. Заберем тут все, что можно и нельзя. Свои, так сказать, крохи заберем. Дакин есть. Вот как бы еще бы получить старика Логана и Пандапула. Вот это вот для меня уже, ребят, проблема. Логан-то вообще у меня нисколько карточек нету. А вот на Пандапула осталось, по-моему, 50 до его открытия.
Такс, по припасам. Купить три припаса. Ну, обычно я покупаю самые дешевые. Только чтобы выполнить это задание. Так, и сферы у нас. Сферы. Это понятно, это все есть. Тут ничего для меня нового не выпадет. Так, еще 6. Так. И... ну, дай 3 миллиона, пожалуйста. Да, дадут тебе. 180 тысяч. Мало. Понятно, короче. С деньгами никогда не везло. И, наверное, не будет везти. Так, ну что, здесь вроде бы все собрали, да? Здесь у нас тратится, ну, на зеленые катализаторы. Ну, а фиг делать. Так, здесь у нас содержит оранжевое снаряжение. Тут нифига нету. Здесь тоже пока нифига нету. Так, по припасам. Ну неужели? Ну наконец-то, блин. Наконец-то я его прокачаю. Так, забираем здесь. Забираем здесь. И забираем здесь. Вот так вот. Так, ну по звездам. О, Моргана Ли Фэй. Хорош. Звезда пойдет на улучшение. У Морганочки, что очень приятно радует. То она у меня какая-то слабенькая. У нее, по-моему, 3 звезды, если я не ошибаюсь. Очень, очень мало. А она у нас как основной предводитель нашей армии этой тьмы. Так, ну что, давайте теперь здесь заберем тогда. Вот эти вот мне нужны были энергии. Так, здесь забрали. Так, окей, что там за награда? Фигня. Вот эти бы 500, и... блин, вот на пропуске 3 ляма просто, ребята, 3 ляма урвать. М-да. 3 ляма. Сколько я там заработал этих для налетов? 370, ну, в принципе, нормально, ребят. Можно сейчас немножко тут пофармить. Дакин так и будет, ребят. Золотой куш, видишь, он у нас там все идет. Дакин так и будет, ребят, помирать здесь. Это однозначно, ну потому что он не прокачанный. Всего 2 звезды у него. Не, я могу, конечно, его подкачать сейчас, но смысл, ребят, пока я не вижу в этом никакого смысла. Сейчас сколько набьем, столько набьем. Потом уже. У нас не так уж и много энергии-то, в принципе, здесь. Так, 798. Смогу ли? Что это такое? 197. 195. Ну, должно быть... что-то как-то баг, да? 195 тысяч должно быть. Так, ну давай здесь... шваркнем. Сколько там остается? Сотка еще, да? Ну да, ребят, сотка и... последняя попыточка. И пойдем с тобой собирать уже награды. Окей. Нормально. 1111 у нас. Так, сейчас мы посмотрим, каких еще можно будет персонажей нам тут приобрести. Сколько мы там... подожди, что ты делаешь? Вот куда мне надо мне. Сколько? 5 наград всего. Ну ладно. 650 тысяч еще сверху. Итого почти 2 ляма, да, у нас насобиралось? Даже 2,5 ляма.
Так, здесь в припасах что? Нет, 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 нет. Вот. Подожди, да? Сюда, все правильно. Еще я туплю-то. Гвином. Хотелось бы, конечно, взять, но... наверное, я пока перебьюсь. Страйф. Наверное, я возьму солнечный огонь. И... наверное, крик. Да, наверное, мы сделаем так пока. Ну что, надо его, наверное, друзья мои, поднимать в ранге. Так. Морган Альфей. Четвертая звезда, да, получается у нее? Да, четыре красных звезды. Маловато, слабовато. Ну, офига сделаешь. Интересно, я ее могу вкачать? Не хватает. Ух, как много не хватает. Доктор Стрэндж. Там не хватает всего лишь две. Для того, чтобы его прокачать до 300. И вы издеваетесь, да? Вы сейчас начинаете издеваться просто. Не даете мне. Ты посмотри, что делает, а? Наконец-то, блин. Доктор Стрэндж, мы можем его, ребята, прокачать по фулке. Блин, ну деньги улетят все. А с другой стороны, фиг ли делать? Не прокачивать, ну тоже не вариант. Да, я, наверное, сделаю. Повышу им ранги. Так, и... где? Кто? Что? Блин, это еще тут. Ну, доктор Стрэндж. Ну да. Полтора миллиона осталось всего. Блин, этих тоже надо прокачивать всех. А денег нет, а вы держитесь. И эту надо тоже поднять до максимального уровня, чтобы она уже, как говорится, мозги меня не компенсировала. Черного рыцаря, ну черный рыцарь, все, уже событие на него кончилось, поэтому нет смысла. Нет смысла его прокачивать. Титания надо прокачивать нам. Вот ртуть бы хотелось бы, конечно, прокачать мне, но пока никак. Этого надо поднимать тоже по уровню. Чего там тебе не хватает опять? Шприцов? Тебе не хватает шприцов, говоришь, да? Но... вот тебе шприцы. Вот тебе и шприцы. Седьмая категория. Всего-то седьмая категория. Блин, ну пипец. Это пипец, конечно. Так, ладно. Начинаю, ребята, там дальше долбить. Уже по второму кругу пошел темное измерение 5. Проходить. Ну и там, как ты понимаешь, меня ждет. Ух. Веселуха. А что, мы уже прошли с тобой, что ли, события это? Подожди. Да? Все, ребята, все, все, что можно было, мы с тобой забрали. Использую новых мстителей в налетах. Жаль. Значит, только остается золотой куш наемников и, конечно же, мститель. Сражаться в рейдах и за 8. Так, там сражаться и за 8. И также нам нужно что? Включая
Так, трать энергии и за 8 заражайся в войнах Альянса. Также собирай поставки для миссии. Чтобы получить очки события, ежедневный бесплатный бонус, который содержит... Что-то я уже 2 дня, ребята, не получаю бесплатных бонусов, нету их. Не знаю, что там случилось у них. А в компании за 8, ну давай. Компании за 8, так и за 8. Блин, ну не хочется мне тратить-то здесь. События надо как бы, по идее, проходить. Да, что-то там дофига, конечно, надо еще набивать, если честно. Дофига придется, конечно. Так, вклад сделать. Ладно, пойду я, наверное, попробую, ребята. Подожди, сейчас в налет гляну, что у нас тут. Это излишки, они нам не нужны. Фиолетовый, ну давай, фиолетовый. Катализаторы фиг с ним, пускай будут. Не помешают. Синий катализатор, это же бесполезный хлам. Уже в данный момент. Как бы не особо он и нужен нам. Здесь-то что у нас? Синее снаряжение тоже как бы бесполезно. Так, а здесь что у нас там? На что у нас там насобиралось-то? Понятно, осколки. Так, ну что, Майлз разбирается, получается. Так, тут закупаем. Это нам пригодится. Здесь и за 8. Зеленый, да? Так, ну здесь все получается. Основной такой, ребят, забрал. Теперь в эпическую кампанию продолжаем. Продолжаю бомбить. По второму кругу. Первый круг мы прошли с тобой, когда открывали дораму. И вот теперь. Ё-моё. Ой, жесть. Еще и команда-то такая. Пипец просто. Просто пипец, ребят. Я офигею такой командой играть. Фиг ли делать. Надо потихоньку опять пробиваться. Потом получаем с тобой... Уже при полном прохождении остальные осколки на... Слушай, а мы, кстати, я не знаю, что мы там получаем в конце. По-моему, опять же, на дораму уже прокачивается он у нас по звездам вроде бы. Не помню, врать не буду. Но сейчас будет жесть. Скоро йети добавят в игру. Ну вот этот, кстати, тренировочный, по-моему, там будет заключаться. Ну чё? Блин, ну это паршивцы полные, ребята. У них вот здесь команда, блин, хилов и атакеров. Этот будет хилять, этот будет укреплять, блин, ну, пипец. Чё, промахнулся, блин. Сдох. Надо вот этого как-то нам... Ну сейчас бомбить, он сейчас отхиляется. Да эти вот отхиляют. Хотя уже не отхиляет, мы вон заблокировали лечение. Но этот провокацию взял, блин. Этот взял провокацию. Чтоб его. О-о-о, разошелся. Вот, начинает, короче, ребят. Офигеть, он урона наносит, блин. Чепушило. Да нафиг нам... У него уже провокации нет. Ну фиг ли ты его бил? Все, ребята. А, не, вон смотри. Да ты заколебал. Заколебал. Ты посмотри, сколько хиляет. Нормально, блин?
Нам этого убрать надо. Так, давай его попробуем наказать все-таки. Падай, гад. И не упал, блин. Зато мы падаем так весело и вкусно, блин. Так, теперь кого? Наверное, этих надо брать. Железных кулаков, блин. Кулаки эти железные, потому что они хиляют. И, ну и груд. Само собой, который, блин, тоже хиллер своего рода. Поехали. На. Так. Следующий кулачок. Хорошо, что на них замедление стоит. Так, сейчас груд начнет, да, выпендриваться. Такая ответка в табло. На, иди отсюда. Следующая команда врагов. Блин, кто там у него? Ой-ой. Тут надо вот эту швабру уносить. Девочка-белочка, блин. В первую очередь, ну как по мне, ребят, я уничтожаю всех хилов по возможности. Я понимаю, что этот будет гаденыш вызывать всех. И они будут постоянно по мне бомбить. Так, блокировку лечения поставил? Я не вижу, блин. Да, поставил, отлично. Значит, ее хилка не поможет. О, а тут-то все плохо у меня. Плохо, друзья мои, все. Все, да, от команды ни шиша не осталось. Ну да, сейчас они вот так вот потихоньку разберут. И нас осталось двое. Ну давай, пшик. Чем меньше, ребят, мы оставим до следующего боя, тем будет лучше для нас. Поэтому, ах, ты провокацию взял. Теперь еще тот взял, а? Надо добивать вот этого Кейджа. Блин, у него что там? Ага, у него была защита от смерти, понял. Вот этого теперь надо, Кингпина. Иначе он сейчас начнет тут армию свою вызывать и так далее и тому подобное. Хотя и этих надо добивать. Давай так сделаем. Ну, сработало. Нам бы хотя бы до последней шестерки дойти игроков, и будет нормально, ребят. Уже, то есть, в следующий раз, когда я сюда пойду, я уже пройду. Кто тут? Ё-моёшечки. Блин, это плохо. Сейчас дублей пособирает у меня. А этот еще и провокацию взял, да? Ну, конечно. А, мы уже сняли. В минус. Я не успею зловеще убрать, да? Н-н-н. Все, пошло, пошло. Раскромсон. Блин, ну началось. Пипец. Ну хотя бы одного уничтожил. Ну ладно, когда начинаешь следующую игру, ребят, призывных этих не будет.
Буду только основы стоять. То, что он сейчас там напризывал, это уже никого не интересует и не волнует. Киллмонжер, да, киллмонжер мощный чувак. Именно своей стрельбой паршивой вымораживает просто. Кингпин тоже, ребят, бесявый. Вызывает свое подкрепление постоянно, блин, и этот. А, видишь, стрелки ворошиловские. Сейчас начнут стрелять, блин. Кто там провокацию? Блин, этот хмырь провокацию взял, а? И вот приходится тратить ход, ребят, чтобы эту провокацию снять. Все, мистерио, по-моему, моему хана сейчас будет. Кто там у него? Вот этого надо страйфа валить. Он со сверхспособностью, причем сразу она у него срабатывает. Так как он подсвечивается. Ага. Я его сегодня... Блин, надо киллмонжера валить. Пшел отсюда. Давай все-таки этого. Кингпина. Ай, большая была ошибка, да? Ну? Да ты заколебался своими призывами, блин, чепушила. Заколебал, вот серьезно тебе говорю. Да ушатай ты его, а. Убили. Ну и прекрасно. Так, теперь что? Мистерио пока не хочется трогать, плодиться начнут. Что не очень хорошо, мне это не нравится. Вот этот, да, стрейф, надо бы его как-то убрать, по идее. Но пока этот в слепоте, я попробую все-таки зловещего. Я не хочу, чтобы он опять здесь. О, хорошо, как мы ему... Ой, славненько. На. Добиваем. А, так все, ребят, мы волну пройдем сейчас. Ё-моё. На тебе. Отлично. Мы прошли волну. Хм. Вырулили. Я думал, что не справимся, но, видишь, все получилось. 500 тысяч плюс... Сколько там получается? 5? Или сколько? Две сферы на это, на деньги. Кстати, две сферы на деньги, это, ребят, хорошо. Мы можем случайно вытащить миллион оттуда кредитов. А следующее, что у нас там идет? Ёк-макарёк. Такая довольно... Неприятная компашка здесь собралась. Ну и к тому же... Ну-ка, есть у меня? Раз, два... Не получится мне всех залечить. Только ради вас, ребят. Ради вас и ради того, чтобы посмотреть. Не то, что посмотреть даже, а... Как можно дальше туда пройти? Ну, тут магнета. Тут, короче, команда у нас получается, ну, тоже довольно там жаба. Ну, жаба фиг с ним. Жабу мы разнесем. Меня больше будут здесь напрягать такие персонажи, как магнета со своей слепотой. Кто там у нас еще был? По-моему, опять же, Кингпин, да, был вроде бы. Ну, сейчас увидим, кто нас тут будет поджидать во всей красе. Сейчас я тебе по первой сразу скажу.
Ну вот, Магнета, Бесявы здесь и Пира. Да, в принципе, и Гамора тоже тут не особо мне нравится. И, конечно же, Жиртряс, блин. Начинает дебафить нас. Запрет на лечение. Теперь пробей. Так, сняли мы с него, да? По идее, как бы в приоритете у меня на первом месте по уничтожению здесь стоит Магнет, ребят. Потом уже, наверное, все-таки Пира. Они все тут хреновые, если честно. Ну, началось. На всех? Нет, только на одного повесил. Слепоту и... И это Веном. Ну, смотри, они задебафаны просто до невозможности. И все равно ребята дают нам звездюлей. Падать будешь, блин, или нет? Ну, этот-то со своей слепотой куда там лезет? А? Фигасу мои сделал нам 6 кров... Офигеть. Это еще карга лезет, блин. Тут вот эта комбинация бесявая. Гамора плюс это, как ее звать-то? Не было. Давай Пиру уложим в баньки. В этой команде не хватает хорошего хила. Не просто хила, а именно хорошего хила. Типа спасательницы или доктор Октопус. У Гамора нету воскрешалки. У Гамора нету воскрешалки. Ну и хорошо, давай подлечимся. А почему не подлечились? Непонятно. Почему призрачный гонщик не подлечился? Это еще и выжила стерва. Ну-ка давай, жиробас этого. Дебафера несчастного. И отсюда. Ну что, мордоворот. Мне непонятно одного, почему у меня не захилялся призрачный гонщик, когда сделал взгляд смерти. О, а вот это уже, ребят, проблема. Оу, щит, хил. 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 Дамаг. Провокатор. Тоже хил усилитель. И масс... Ой. Ну туда, тут, ребят. Тут будет жестко. Тут я свалюсь, это однозначно. Тут не потяну. Тут надо... Я даже не знаю, что и надо-то. О, послабление, да? Ну, призрачный гонщик, все, ребят, уже свое, как говорится, отгонялся. Да я не успею забомбить. Смотри, я ковыряю, ковыряю, ковыряю. Ей пофиг, этот сейчас возьмет... У нее... А, у нее запрет на лечение, ну... Если только это. Ну, тут... И сейчас начнет тварина, да? Нет, не начала. Теперь Грут этот лезет. Да почему ты не хиляешься, это я не пойму я. А это с провокацией все, он сделал себе провокацию, блин. Вот, массовики пошли. Все тут кренты, походу, дела. Ну, Веном все свое отгулял. Пошла, поехала, коса. Мне бы ее убрать, мне бы было бы чуть-чуть попроще.
Я по крайней... Да, все, началось. Точнее, уже закончилось, я бы так сказал. Ковыряешь ее, ковыряешь. И по барабану. Ну, правильно. Все дебафы снял. Ух, тырок несчастный, блин. Захилял ее, блин, почти по полной программе. Замечательно. Вообще, ребят, сама хиляется во время того, когда уничтожает противника. То есть ей даже хил отдельный не нужен. Ну, то есть хилер. Все тут хана. Жаль. С этой командой я буду очень долго, ребята, разбираться. Очень долго. Я бы, конечно, бы убрал бы отсюда призрачного гонщика, если честно, из этой команды. И, ну, если даже посмотреть, грубо посмотреть, кого мы могли бы сюда поставить. Но мне кажется, что мисс Марвел Жесткий Свет была бы намного лучшей, идеальной бы кандидатурой. А в идеале вообще призрачный гонщик вот этот. Ну его, блин, надо прокачивать до 16 категории, а у него только лишь 13 категории. То есть это еще 3 категории поднимать, это как минимум лимонов 6 надо вбахать. Как минимум. Ладно, давай откроем сферы. Где там наши денежные сферы? Что-то я не понял. Пролистал опять, что ли, их? Угу, вот они, 5. Давай. Мало, очень мало. То же самое. Не, ребят, ну какой, какие миллионы? Смех, смех и грех, ребят. Просто смех. Блин, у меня желание все-таки вкачать. Что, где, подожди. Может быть, Венома? Или этого Болтуса? А где у нас жесткий свет? Сколько ей там надо? А, ей не хватает. Да. Ей не хватает. А Серси туда нельзя взять. Таких вот серьезных персонажей. Ну вот этого вот можно было бы, конечно. 75 уровень нужно, да? Ну смотри, сейчас 2 ляма, ребята, просто 2 лимона втюхал. Плюс здесь 155 тысяч. Это до 80-го, если поднимать. Ну, это еще где-то ляма, 2,5. Это до 80-го. И 85-й. Да тут даже больше, чем 6 лямов. Тут намного, ребята, больше. Но этот парень нормальный. Лучше, чем тот призрачный гонщик. Стандартный, обычный. От этого хоть толк есть. Он и хил блокирует, и что он там еще делает? Хил блокирует. Ну там можно почитать, в принципе, что у него. Да ёпарасоте, что у него там за способности. Он наносит основной цели 100% проникающего урона и накладывает блокировку способности. Вот, блокировка способности, уже хорошо, ребят. Наносит основной цели ближайшим 220 проникающего урона и снимает до 3 положительных эффектов и накладывает блокировку лечения, замедление и ослабление защиты. Ну считай, вообще имба, имба, блин. Плюс здесь у него что есть? Наносит всем врагам 220% проникающего урона, похищает 50% жизни и накладывает блокировку лечения на 2 хода, ослабление защиты, 2 заряда крыльев. То есть он просто жесткий дебафер. Просто жесткий. Блокирует способности, вешает кровотечение и... Что там? И заряды готовности дает нам. То есть в него вкладывается, мне кажется, есть смысл. По крайней мере, во всех многих топовых колодах, командах, я видел, что он присутствует периодически.
Так что это будет, наверное, лучшее вложение. 195 тысяч. Офигеть. Чтобы один этот только лишь качать. Я бы, конечно, хотел бы Канга бы еще, но тут не хватает мне. Да вот этих предметов дофига где, кому не хватает. Кроссбоунс вообще качать нет смысла, ребят. Он беспонтовый. Просто беспонтовый. Надо вот Стрэнджа прокачивать. Вонга. Моргану. Ну, как ты видишь, на них у всех нету. Чего-то да нету, блин. Как появляется, естественно, сразу же я начинаю вкачивать. Серси, ну Серси мало где присутствует, ребят. Вообще мало где. Ястреба надо добить в ближайшее как-то время. Планы грандиозные, но опять же, все это быстро не сделаешь. Все то в деньгах, то в кредитах, то еще что-нибудь. Проблемы. Проблемы за проблемами одни. Так, здесь что у нас? Ну, давай потратим энергию. Сколько-то? 80. Все, да? Потратили. Так. У нас 45. Ну, 45. Тут, в принципе, тоже, ребята, все, кто прокачивался в данный момент, именно до куда я дошел, больше ничего. Просто сейчас трачу. Ну, а вдруг у нас повезет, мы с тобой. А у нас... Ну-ка. Ага, ведьма фулл. То есть, получается, на Агату Харкнесс... А, нет, у нее тоже 7 звезд. Ну, 7 звезд красных открыто, там нужно только... Тогда надо менять. Ребят, надо менять что-то. Так, здесь фулл. Тут тоже... Это я вообще молчу. Так, а кого же мне тогда искать? Эти у меня все найдены. Это все прокачано. Омега. Блин, у Омеги тоже там все в порядке. Ну, ладно, давай попробуем здесь. Энергию-то все равно придется тратить. Как ни крути. Так, и 45 этих остается. Я, наверное, волью на Вонга. Так, Вонг, иди сюда. Ты остался у нас единственный из этой... пятерки, кто, на которого можно искать. Ну, 8, нормально. До 300 докачаем, и все, ребята, а дальше останется кто у нас? Моргана и... Агата. Моргана и Агата. Подожди, а кто у них еще-то в команде? Магнета, по-моему, да? По-моему, Магнета у них должен идти. Так, нет, это семя смерти. Повелитель зла. Ой, ё-моё, это не то. Ну да. По-моему, там идет этот Магнета в этой команде. А чё я парюсь-то? Мы можем с тобой проще сделать. Заходишь в эпик. Подожди, я не понял, а чё? Остался один день. А, тут поменялось. Просто до этого стояли вот эти. Думаю, как так-то? Ну ты видел, да? Красный Халк здесь был. То есть вот это вот было здесь. И я думал, вроде событие-то еще не закончилось. А они уже поменяли. А, какой, блин, магнет. Фу ты, магнета. Конечно же, ребята, ну конечно же, Алая Ведьма. Ну, Алая Ведьма более-менее, более-менее еще это. А вот эти вот, конечно, 154, 159, 142.
Из ТУ-14 это вообще ни о чем. Минимум, минимум, ребята, 200 надо. Чтобы хотя бы начать вот здесь уже их как-то наказывать. 200 тысяч мощей каждому. Хотя Агата вряд ли она получит 200 тысяч мощей, потому что она у нас идет как этот, как вспомогательная, да, дебафер. Ей много не дадут мощей. 150, 180, ну, может 200 дадут, но уже, я не знаю, там на каком этапе. Так, ну, в принципе, ребятушки, и все, что я хотел сегодня посмотреть. Главное было, чтобы я открыл Дакина, я его открыл. Ну и все-таки приятно, что я прошел еще одну линию по событиям. Это очень круто. Но дальше, как ты понимаешь, предстоит еще довольно жесткая битва у меня. И не однодневная, там несколько, наверное, заходок придется сделать. Так, давай осколки откроем и будем закругляться на этом. А, все это дубли понадавали. Все это есть у меня. Ну, второй категории, ну давай. Да, ребятушки. Ну что же, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.